В связи с пандемией коронавируса жители Баку и ряда регионов Азербайджана были вынуждены совершать покупки непродовольственных товаров лишь в режиме онлайн. Однако теперь со смягчением карантинного режима совершать эти покупки можно непосредственно в магазинах, которые возобновили свою работу. Однако соблюдение санитарно-эпидемиологических правил крайне необходимо и все еще актуально. Строгий карантинный режим предусматривал прекращение работы всех торговых точек, кроме продовольственных магазинов и аптек. Теперь, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, благодаря введенному карантину принято решение поэтапно смягчать строгие правила. Согласно решению оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, с 10 августа возобновлена деятельность магазинов непродовольственных товаров и ряда торговых объектов. В данных объектах как работники, так и посетители должны пользоваться масками. У входов в объекты обязательно должны быть установлены средства дезинфекции. Также в этих точках обязательно наличие приборов для измерения температуры. Сотрудники исполнительной власти города Баку проводят мониторинг данных объектов и требуют выполнения всех правил, обусловленных оперативным штабом при Кабмине. Ответственный за дезинфекцию торговых помещений, контроль за соблюдением физической дистанции и обеспечение доступности средств личной гигиены и дезинфекции для посетителей лежит на руководстве торговых объектов. Могу отметить, что во всех зданиях, во всех салонах, магазинах соблюдается и дистанция, и режим масок. Все это тщательно проверяется, и опять-таки временное отстранение от карантина не может не радовать. Дальнейшее ужесточение или смягчение карантинного режима во многом зависит от самих граждан. Основой позитивной динамики является соблюдение физической дистанции, ношение масок и частое мытье рук. Эльдар Расулов, Сеймур Сахибзаде, CBC.